Всем привет. Мы давно что-то сюда к нему не заходили. У нас появились блоки. Срочно их вычесывать. Так. Кабинет с блоками. Давай пойдем посмотрим. Кстати, да, забыли познакомиться. Это же, кто нас не видел, это наш песик Дуду. Мы совсем недавно начали у него играть, но у него уже появились блохи. Так, давайте посмотрим, что с ним. Вон какие веселые блошки. Давайте лопать, лопать блошек. Лопай, 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 лопай. Ой, как их много, ребята. Всех нужно собирать. Так. Не, таким макаром. Мы их сейчас минут 5 будем лопать и лопать. Так. Ну это весело. Весело. Самое лучше всего взрываться те, которые с этим. С бомбочкой какой-то. Я не знаю, что это такое. Да, бомбочка какая-то. Она зарядом взрывает. Те, которые рядом прилетают. Ну, о, у нас все получилось. Достаточно быстро. Так, теперь, конечно же, помыться. Да. Что теперь? Что он хочет? Еще нет? Давай, шампунь. Отблох. Полопаем, полопаем. Лекарство от блох готово. Ой, все, мы чистые, не блохастые вообще. Просто обалденные собачки. Так, ну что? Кушать хочешь? Ну пойдем покушаем. А, даже не кушать. Понял. Намек понят. Да вообще-то мы хотели другое. Ну ладно, вот. Раз начали мыть лапки, так и будем мыть лапки. Помоем лапки, чтобы они тоже были чистые. Отлично. Так, лапки помыли. Воду спустили. Все, все довольны. Сходим все-таки в туалет. Вот так. Вот порода собак пошла какая. На туалете еще и планшет играет. Ну, все вышло? Вышло, вышло, вышло. Ура, все вышло. Молодцом. Так. Так, надо стирку замутить. Так. Убрать вот это. Что случилось у тебя? Есть хочешь? Надо подождать. Смыть. Видишь, тут сколько грязи, надо все убрать. Так, стирка. Готова стирка. Так, мы получили награду. Мы достигли 3-го уровня, мы молодцы. Так. И тут грязно. Что ж такое-то? Иди один мусор. Так, давай покушаем. Все. У нас тут есть киви. Бутербродики. Попить. Так. Оладушка, салатик. Что здесь? Еще у нас тут больше ничего нету новенького. Ну ладно, мы еще маленькие, мы еще все откроем. Давайте покормим его. Попить, попить. Киви и фруктовый салат. Он совсем не наелся, вы представляете? Надо еще. Так. И 2 бутерброда. Собачка ненасытная. Не хочешь? О. О. Благодарность повару. Так, а что у нас тут закрыто? А, вон оно что. Ладно, потом. Опа. Что это? Ну ладно. Спать хочет. Вы представляете, мы только пришли, он уже спать хочет. Так, давай хоть приберемся перед тем, как идти спать. Музыку.
веселая музыка. И птичка летает. Так. Солитеры. Угу, угу. Даже не знаю, во что поиграть. Давайте как-нибудь новенькую. Пиратов. Мы же не поспали. Ну давайте купим зелье, поиграем. Так, нет, 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 нет. Ну, что же такое-то? Куда пулять? Куда пулять? Пулять куда? Почему он влияет только вверх? А, вон почему. Нас потопили. Так, мы еще раз попробуем. Так, все, я понял. Маленький готов. Опа-на! Опа-на! Большой, большой линкорн! Маленький. Опа-на! Какие мы точные! Опа, еще один удар. Еще один. Нас подбили. Мистер Пират! Мистер Пират, нас подбили! Срочно, срочно высаживаем крыс! Они первые бегут с корабля. Так, у нас поступила продовольственная помощь. Так, тихо. И мы еще подцелимся. Да что ж такое-то, не попали. Пью. Есть, новый раунд. 2-1, поехали. Пиф-паф. И вы в море. Так. Опа. Пью. Пью. Какой большой корабль. Пи-пью. Так, нам сейчас будет плохо. Чувствую. Вот этот большой нас очень плотно дубасит. О боже мой, нас затопили. Очень сложная получилась битва. Ладно, в следующий раз отыграемся. Так, тут какой-то козел. Козел горный. А может это и мы. Так, я так понимаю, будем прыгать. Первая ошибочка. Мы все поняли. Лучшая попытка, последняя попытка. Да, недалеко мы ушли. Как так? Да, неудача. Ну ничего, поиграем в другое. Так. Петушок. Что за петушок? 3, 2, 1. Надо что его? Гладить? Вышло яичко. Вы посмотрите, яичко вышло. Продолжаем. На скорость нужно гладить курицу, чтобы вышло яичко. Яичко выходит. И это яичко, походу, нам что, потом есть? Мы будем делать из него яичницу? Я думаю, да. Но яйцо очень большое. Курица для него слишком маленькая. Ну что поделать? Ей, наверное, тяжело, надо помочь. Давай. 4 яйца. Завтрак будет полноценный. Так как у нас собака маленькая не наедается постоянно. И эти яички пригодятся. Потому что хлебушек не такой уж сытный, как яички. Правда, ребят? У нас уже 6 яичек. Надо поставить рекорд. Наш первый. Рекорд будет 7. Давай 7 яичек. Не вышло. На самом последнем издыхании было 7 яичек же. 7. Счастливое число. Так. Ну давайте напоследок. Напоследок во что? Моторейсер. Моторейсер и спать. Поехали. Это я совсем даже звуки мотора повторяю. Монетки, звездочки. Какая веселая собачка. У меня кот не так веселый ездит, как она. Ну и скорость, конечно, другие. Тут опасно. Тут можно прыгать. Представляете? Сейчас попробую прыгнуть. На ходу. Ой. О, как получилось, клево. Оп, препятствия объезжаем, бим-бим-бим-бим-бим. Вау. Сальто мортале. Пум. Мы прямо в курятник угодили. Поздравляю, мы заработали монетки. Так.
Посмотрим, как котенок. Устал, нет? Ой, котенок, говорю. Наша собачка. А это что у нас? Это новая игрушка какая-то. Обязательно в нее поиграем. Посмотрим наш... Да, мы получили ранки. Когда успели, непонятно. Хорошо, давайте загладим наши ранки, а потом положим... А, мы же... Попоили уже, да? Попоили мы его. Так, пошли чиниться. Мы попали в аварию. Нам нужна помощь. Врача? Вот, вот этот врач нам подойдет. Врач, который залечивает ранки. Ну что ж, посмотрим на тебя, собачка. Ой, какая большая ранка. Воспалена. Надо срочно присыпку. Присыпку, говорю. Побрить место. Ну как все. Так, забрили. Что дальше? Доктор, обработали дезинфекцией. Все, микробов нету. Приступим к зашиванию. Вот. Сейчас попаду только. Вот так. Вот так. Врач у нас опытный. Все делает правильно. Какой нам пластырь залепить? Мне нравится сиреневый. Пиу. Мы молодцы. Да, тебе к лицу. Сиреневый цвет. Так, хорошо. Что нам теперь хочется? Давайте попробуем яички, которые мы... Ой, не туда. Здесь мы уже отдыхали. Вот, на кухню сходим. Там должны быть яйца. А, вот они. Стоп, назад. Мы их старались, добывали, да? А еще одно яичко. Смотри, какие они сытные. Прикольные яички. Запьем. Все, молодцом. Так, это на завтра ставим. Музыка. Так, что у нас? Ни одной фотографии? А, вот они. Есть, другое дело. Так, садись посиди. Фу, что за мусор? Уберем-ка. Убирайся, мусор. Дюба-дюба-дюба-дю. А он там болтает. Посмотрите. Анекдоты ему травят. Местные анекдоты. В карты? Ну давай в карты. Солитер. А какой-то здесь странный солитер. Ребят, я что-то даже... Ага. А что такое? А, я понял. Так, нам нужен тервалет. Десятка. Девятка. Так. Двойка, тройка. Четверка, пятерка. Шестерка, семерка. Восьмерка. Восьмерка, девятка, десятка. Нам нужен валет. Валета, вальта у нас нет. Король. Дама, король. Так, ну король туз можно положить. Двоечку на этот. Троечка. Четверка, пятерка. Угу. Точно. И же можно так, я думал, что-то по порядку. Так, ой, что-то мы не то. Так, карта десятка. Ну вот, наш валет. Дама. Точно. Что, джокер? На джокер можно любого, правильно? Отлично. Король. Тройка, тройка, король. Шестерка, пятерка. Я закончен. Отлично. Девятка, восьмерка. Еще одну карту. Так, тут не хватает нам. Так, десяточка. Осталось 8 карт. Так. Неожиданный поворот событий. У нас что-то не получается. Джокер нам подойдет. То есть, так. Девятка не подходит. Семерка не подходит. Не подходит. Да, мы проиграли. Ну, 20 монеток заработали.
Ну что ж, ребят, я думаю, на сегодня хватит. Мы классно поиграли. Новые игрушки, которые раньше не были, и вы, наверное, тоже. Так что, я думаю, на сегодня мы хорошо провели время. Так что теперь всем пока-пока. До скорых встреч!